Всем добрый день! Давненько мы с вами не виделись, но начинаем включаться в работу. Этот ролик у меня больше информационный. Ну, во-первых, безусловно, сейчас пойдут ролики о продукции. Я все помню, правда. Заминка была связана лишь только с тем, что вышла вот эта моя книга «Антибьюти» или «О чем молчат косметологи». Она получила достаточно хорошую оценку, поэтому, вот, собственно говоря, заминка еще раз была связана с тем, что уже мы с издательством оговорили выход второй книги. Поэтому пока вот сейчас я включаюсь в процесс написания, я догоню роликами о продукции Faberlic. Это один момент. Второй момент, то, что, к сожалению, в Украине продаж этой книги нет. То есть нет прямого сейчас сайта с продукцией издательства АСТ, то есть выпускала книгу издательства АСТ Москва. Есть она у посредников в интернет, всяких на интернет-сайтах, но там, конечно, баснословная цена. Что будет дальше, покажет жизнь, ну, сэляви, ничего поделать не могу, даже лично я. Вот, поэтому, ну, шо маемо, то маемо, как говорится. Ну, и третий основной момент, это посвящен одесскому тренингу, да. Вот в августе 2016 года будет уже традиционный тренинг в Одессе, который называется «Феерия Faberlic». И мне задали вопрос, не вопрос, претензия, не претензия, да, вот был анонс, информационное письмо на сайте ДП Faberlic Украина, где были перечислены тренеры и тренинги, которые они будут проводить. И народ уже привык видеть меня в качестве косметолога, а тут я буду вести тренинг, который называется лаконично, презентация, презентуем без шпаргалки, искусство запоминания. И вот у народа какие-то начались волнения, тревоги и проблемы. Ну, во-первых, я сразу успокаиваю по поводу того, что не надо волноваться, тренинг будет в рамках Faberlic и о продукции Faberlic. Так удачно сложилось, что во время этой ферии будет тренинг, посвященный ораторскому искусству, который будет вести актер Одесской киностудии Дмитрий Олешко. И я вот как раз таки в тему вписываюсь с этим тренингом, презентуем без шпаргалки искусство запоминания. И все это будет посвящено именно запоминанию продукции Faberlic. Поэтому я не только выступлю вот в качестве косметолога даже в этом тренинге, но еще вас научу презентовать без шпаргалки. Тренинг рассчитан на 2 дня, то есть мы изучим минимум 2 техники запоминания, это метод Цицерона и метод ассоциаций. После первого дня те, кто будет себя хорошо вести, действительно проделает колоссальную работу, она очень легкая, но она очень значима, вы у меня на второй день будете знать про Новофтем как «Отче наш», и он у вас будет, ну, запомните, по крайней мере, информацию процентов на 70-80. Тот, кто знает максимально о Новофтеме, тот сможет презентовать факт фактически любой крем компании Faberlic, где он присутствует, уже на ура, без запинки. То есть это будет ваш конек, и вы фактически будете знать об изюминке, о визитной карточке продукции Faberlic и сможете презентовать. Ну а второй день, это как раз таки будет метод ассоциации, мы поговорим о нем. И я вам дам алгоритм презентации такой шикарной, потрясающей коллекции, как «Матриженик». Вот есть у нас такая сногсшибательная коллекция. И я вам расскажу, вот вы точнее запомните, вы получите алгоритм, по которому можно будет запоминать абсолютно презентацию любой другой коллекции, абсолютно запоминать любые фишки, которые есть в этом продукте. И уже выйдя из зала, но я надеюсь, опять-таки, если вы хорошо потрудитесь, у вас будет готовая презентация «Матриженик», то есть вы сможете повторять мои слова как косметолога, да, вот моими словами, точнее уже своими словами, вы сможете презентовать не только «Матриженик», но и любую другую продукцию. Так что весь тренинг, еще раз скажу, это как бы 2 в 1, да, это и презентация Новофтема, и коллекция «Матриженик», о чем вы так переживали, да, что меня не будет в роли косметолога, и в то же время я вам покажу все вот эти подводные камни, все вот эти фишки, все нюансы, как это запомнить один раз на всю оставшуюся жизнь и применять на практике. Причем вот это искусство запоминание, оно поможет вам абсолютно в любой сфере, будь то вы будете изучать какие-то иностранные языки там, или помогать своим детям и так далее и тому подобное. То есть вот на самом деле в чем наш прогресс и наша перспектива. Ну и конечно никто не говорит о том, что мы сейчас планируем, может быть, какой-то еще мастер-класс, но по крайней мере доступ к моему телу будет всегда, и вы знаете, что я всегда отвечаю на все ваши вопросы, хотя они не входят, скажем, в тему, да, тренинга, но я всегда
остаюсь на связи и всегда рада помочь. Поэтому я надеюсь, что я развеяла ваши сомнения по поводу одесского тренинга. Будет супер, будет очень интересно и очень круто. Ну и опять-таки еще раз повторю, у меня будет миссия дать вам возможность запомнить и Новофтем, и коллекцию Матриженик. Вот так, чтобы вы могли уже потом, выйдя из зала, просто-напросто об этом рассказывать и пользоваться вот этими инструментами уже потом столько, сколько вам будет нужно.